в то время эта революция была на пользу России, хотя было много ошибок, много каких-то где-то как-то и преступлений, но для страны, для спасения той же нации и территории эта революция была в большую пользу. Высоко поднял красное знамя над Россией. Над всей планетой прозвучали бессмертные лозунги Владимира Ильича Ленина. Сегодня те, кто предал октябрь 91-м, празднуют победу. Но не боятся вас. Боятся красных знамен. Боятся загораживать мавзолей. Боятся нашей великой советской эпохи. Боятся признаться, что это была вершина мировой цивилизации. Camarades du Parti communiste français. Donc on est 18 camarades. Je viens spécialement pour fêter le 100e anniversaire de la révolution bolchevique d'octobre 1917. J'ai dit que c'était inadmissible de ne pas représenter la France et le Parti communiste français pour ce moment crucial de l'humanité.